еще раз внимательно вычитать общую характеристику ОКОП и прислать мне на проверку еще раз, да, чтобы я тоже посмотрела уже другим взглядом со стороны вашу характеристику ОКОП. Книжку, да, книжку ставим на стол, и через проектор она проецирует уже на документ камеру. Идет работа очень удобно. Ну, то есть, понятно. Монитор своего рода такой. Да, современная только она. Но она не написать, я так понимаю. И писать можно, да, она многофункциональная. А, то есть можно проецировать вот лист бумаги и на нем еще что-то. Да, да, очень. Вот это я первый раз вижу. Удобно. Да, тутулбоксы для выполнения заданий, это коврограф.